Итак, первые коллекционеры. Давайте-ка посмотрим, что из себя они представляют. Бах! Это ж, неужели промахнулся-то? Да, может быть, сэкономим нашу базу? Давайте возьмем оружие попроще. Ну, например, вот этот защитник. Винтовка М15. А! Ладно, очередями стреляет, подойдет. Но они тут еще за щитами умело прячутся. Поэтому нам придется постараться. Ух ты ж! Ничего себе, вот это я не ожидал. Такого отпора встретить. Да. Ну-ка, сейчас бабахнем. Откуда там еще палит? Пробьет ли этот щит? Пробил. Причем через этот щит. Отлично. Ну, в принципе, они только внешне страшные. А так они и добрые внутри. Бах, бах, бах! Ну-ка, если... Ой, хотел в них эти выстрелы запустить. Подождите, я секундочку, на секунду не понял, что это такое. Вот там, оказывается, у нас еще один бегает где-то. Ну давай, выходи, золотой. Бах! Такие вспышки. А если мы его побьем вот так вот? Опа! Я же хотел так вот, с руки ему дать немножечко. Ну давайте подберем. Это у нас боеприпасы к тяжелому оружию. Отлично, теперь их уже целых 7 штук. Ну, все, наконец-то музыка успокоилась. Стоп! Какой-то взрыв был. Вот эти ищейки, они действительно нас не замечают. Вон они просто летают вокруг. Используем локатор. Подождите, а почему в эту сторону показывают, надо идти? Я что-то не понял, либо пропустил. Может быть, да нет, туда уж точно нет. Сек. Ага! Вот сюда. Ну ладно, тогда поступим следующим образом. Обойдем все это здесь. Ну вон, корабль, смотрите, он просто гигантский. Там вот еще с самого верха какой-то дымок идет. В небо поднимается. Ух. Ну, я думаю, вы обратили внимание, что вот этот корабль коллекционеров, он похож на тот корабль, который во вступительном ролике атаковал Нормандию и уничтожил ее, кстати говоря. Блях, муха. И ничего, видите, даже не атакуют. Поэтому вполне возможно, это... тот же самый корабль. Вот они, гады. Еще связь, оказывается, блокирует. Здесь, по-моему, кто-то был. Ну-ка, ой, бляха-муха, зря я, конечно, умение свое потратил. Там какой-то гигантский просто был. Жучара, вон он пополз там. Наверное, не стоит без дела стоять. Ой, хаск. Бляха-муха, они тут что делают, эти хаски? Неужели коллекционеры? Бляха-муха! Неужели коллекционеры людей превратили в хасков? Чёрт их дери. Вот гады. Бах! Ну, даже выстрелить не успел. А у него какая-то лазерная пушка. Слушайте, если можно будет, обязательно надо будет ее подобрать. Здесь вот еще один у нас остался, но с ним тоже разобрались. Так, стоп, убегаем! Фак. Давайте-ка я сейчас вот в этот домишко поднимусь. Буду там из окошечка палить. Ну вот. Того они тоже сбили нормально. Бах! Клево. Так, блок данных. Получить доступ. I thought the Geth got that technology from Sovereign. Then your elusive man was right. Collectors must work for the Reapers. А как же? Ну, конечно, по всей видимости, коллекционеры... и замешаны. Напугал, я думал, еще один идет коллекционер. Чуть его своим умением биотическим не бомбанул. Мало бы ему не показалось. Думаю, есть, конечно, смысл обыскивать вот эти вот все здания, потому что много чего интересного можно найти. Ну вот, жесткое укрепление кожи, там какое-то тоже улучшение нам теперь доступно. Останки хаска, давайте осмотрим. This one of the colonists? No. The Geth impaled their victims on giant spikes to turn them into husks. But we haven't seen any. The collectors must have already had the husks. They want the colonists alive for something else. The collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Yeah. Да, конечно, не позволим.
Ну, очевидно. Ну, если даже они с собой хасков вот этих привезли, то откуда они их взяли? Мне, в общем-то, кажется то, что людей все-таки превращали. А кого они еще могут превратить в хасков? Такое же почти строение. А вот это коконы, они сюда людей упаковывают, и... Вон он там аж дымится, что-то ее коломане. Ну чё, у нас очередная волна начинается. Ну-ка, бах, бах. Слушайте, как мне нравится это все. Эх, побежали. Чёрт побери, ладно. Лазерное оружие доставляет, конечно. Оп, нет, неудачно. Ну-ка, сейчас он выглянет и бабахнет. Бах. Опа. Так, еще с одним разобрались. Главное, чтобы с дома никто не выскакивал. Слушайте, а если я вот действительно сейчас здесь их вот по-хитрому обойду, что можно на стену? Главное, пока подождет этот сейф. Сейчас нужно самое главное там оставшегося забить. О, да. А теперь можно и поломать немножечко здесь защиту. Нет, рановато. Тут еще мы с ним не закончили. Вроде разобрались. Музыка до сих пор тревожно играет. Это значит, что где-то они все равно поблизости. Ладно, пусть пока они сюда бегут, охраняют меня. Или вот тут стоят. Но звуки коллекционер какой-то где-то издает. Ладно, они защитят меня, если что. Одного сюда. Мало ли, с двух сторон будут заходить. 4800. Деньги-то неплохие. Нужно обязательно забрать их. А, так. Ага, вот пару нашли. Так, так, так. Вот так и вот так. Замечательно. Hell yeah. 4800. Фух. Небольшая передышка нам пошла на руку. Перевели с вами дух. И можно далее. Слушайте, они со всех прям сторон гасят. Ну-ка, если сюда сейчас в этот блок. Или там что? Нет, там все-таки баллон располагался. Еее. Взрывоопасный контейнер. Тоже можно их в своих тактических целях использовать. Потому что, смотрите, рядом с контейнером находился, взорвался, и все. Намертво лег. Урон-то хороший они получают от этих взрывов. Патрончики тоже собираем. Они нам точно пригодятся. Ну вот кокон, правда, он закрытый. Мне хотелось бы все-таки человека в нем увидеть. А не просто закрытый или пустой. Так неинтересно. Соберем на поле боя патроны. Благо, они тут... в большом количестве. Ну все, и ничего не вмещается. О-оу. Вот один замороженный колонист. Правда, почему они пишут, что он замороженный? Просто обездвиженный. Не замороженный он. Если бы замороженный был, он бы давно уже покрылся коркой льда. Согласитесь. Давайте-ка сейчас посмотрим. Стазис поля. Ну, то есть ей голову можно прострелить, а вот этот мужик увидит, но ничего сделать не сможет. А, вон еще один. Давайте теперь вот эти постройки изучим с вами. Так, а это что такое еще? Излучатель... My God! Наконец-то мы его нашли. Излучатель частиц коллекционеров. Следующие члены отряда могут использовать это оружие. Шепард может использовать. Ну-ка, 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 ну-ка. Здесь, конечно, Куда делся мой гранатомет? Злыдневые писюкатые. Вот гады. Так, что здесь для этих ребят можно выбрать? Дробовик. Либо винтовка пусть на нем стоит. А у Гаруса винтовка и снайперская винтовка. Да пусть снопа стоит, конечно. Пусть снопой пользуется. Фух, ну посмотрим. Излучатель тогда мы оставим для особого случая. Сейчас посмотрим, что здесь мы можем забрать. Ага, вот в этот корпус никак подняться туда и нельзя. Лестница там напрочь отсутствует. Здесь что у нас? Здесь какие-то пробирки с чем-то, с каким-то... Блин, стрёмные ребята. Оу. Так, давайте-ка лучше вот с центра пойдем. Мало ли там сейчас они... Да, выпрыгнуть нельзя. Ну ладно, тогда выйдем здесь. Раз такая беда случилась. Ну вот, следующая волна. Снова придется биться. Правда, я не понимаю, в чем прикол. Ну, идем мы, квасим их. И что дальше? Может быть, какой-то новый вид уже запустит? Ага! Вот этот, который коллекционер под управлением. Может, с ним как-то посовместиться? Может, это мини-босс какой-то будет? А черт его знает. Давайте попробуем. Фух! Еле уклонился. Ну-ка, бах-бах!
барьер с него еще сбили. Это запустим сейчас. О! Красота. Броню, броню бейте с него. Опа. Ну и все вроде. Подохли. Быстрые какие, а? С этой стороны еще один лезет. Бах, бах. Мне еще, знаете, нравится такой дымок, когда они вот после выстрела, сразу после выстрела такой дымочек появляется. Это просто самый смак. Ну-ка. Ну, емкость взорвалась, и того уничтожили. Разве это не круто? Бах, бах. Клево. А, еще один такой же. Черт, придется отбиваться. Излучатель пока трогать не хочу. Сейчас мы его поднимем, вот этого. О, да. Избили его. Класс. Ну-ка, бабахнем. А это что такое было? Я не совсем понял. Может, это он перемещается, типа? Да, ну-ка. То сейчас ребят наших забомбят, надо помогать им. Того только здоровье, без щитов он уже. Его обработали. Так, с этой стороны.